один, пожалуйста. Добрый день. Представляю HTC One и функцию HTC TV. В этой встроенной программе можно просматривать любой канал. Также за счет того, что инфракрасный порт включен, встроен в кнопку телефона, можно его использовать как пульт дистанционного управления для управления любым телевизором любой фирмы. Вот. Кроме того, изменение громкости, вход в меню, переключение каналов, стандартный пульт не нужен. Люблю HTC.